Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Да, у Трипа пиздатый альбом получился. Что? Что? Что происходит? Кто проблемал доебаться, я не понимаю. Нет, причем тебе, между так вот пацанам этих говорю, что? Ай, что? Ты что, в истории там? Он опять сидит, снимает, показывает руки. Представляешь? Саня! А я потом думаю, что такое? А мне потом показывают, как там канистры какие-то, говорят, носишь там. Сейчас мы тебе покажем. В Young Nudidad пиздовый вообще альбом, да. Очень крутой. Первый трек особенно. 35 евро на сайте футболочки. Пиздовая, да, футбол? Мне не нравится Азиби Гибсон. Да, тебе тоже доброй ночи. Нет, не помирились еще. Пиздовый трек, пиздец. Украина, салам. Тут у меня везде Украина и тут. Смотри, Украина и вот тут, тут Украина. Смотрите, в Украине весь он сидит. Я с двух сторон в Украине окружен. Со всех сторон котлы затачили. Да, спасибо, Дишка, вообще пушечка. В Украине был один раз, в Киеве. Украинцы просто скоро все в Испанию переедут, Испания станет в Украине. Да не, просто все, знаешь, переедут, 42 миллиона, Испания охуеет такое количество. И скажут, ну что, все? Шпак, пожалуйста, все, идите. Идите там, вот у вас там, идите. Не знаю, не слышал, обладаю. Помадорим тут. Ну мы тут краю, как бы уж не мешаем. На каком педали? Ну мы тут же в уголочке как-то. Мы же не мешаем. А следующий скажет, что ты ко мне домой заходишь? Что ты делаешь? Да, вообще. Что ты мне делаешь дома? Тут как бы укры всю жизнь жили, спорили с этими с марокканцами тут вам. А вы тут что тут это? Лонгсливы, да, будут позже. С длинным рукавом. А, это там? Скажут им вообще, езжайте там свои. Южная Америка. Трэвиса пиздата, альбом пиздец какой. Мне почему-то кажется, что такой план на самом деле у Китая. На долгое-долгое развитие, что потом, когда все отдумляются, нет, плацают, у него очень пиздатый альбом. Вообще захватывать ничего не надо. Все сих реально много. Вот реально же везде, в любой стране, в любом городе. Зайти на сайт www.sociocompany.es как бы и заказать там. Там у них не квартал, но... ВЛГ ПИС. Город на 7-м километре по Одессе. Нет, не слышал, а что с ним? Чисто китайцы. Да, я с ним ходил. У меня афро. Скажем,
Белзе пиз. А там стой рефлик по 25. Уже. Уже не бокал, уже прокалол, не надо, лет 12. Да, во-первых, пиздатый трек, но Lil Pump нихуя мне не нравится. Окси, мне не нравится этот парень. Если ты в барсе, напиши мне в директ. Я тебе что-нибудь придумаю пиздатненько. Как мне Паша техник? Паша тузяра лучше вообще. Я бы потусовался с ним, отлетел бы пару дней бы. Работай там и там. Давай напиши. Это не спаночка, я курю, дошло. И не того. Послушай Лэмса, пиздатый. Russian skateboarding, респект. Ты за чайком только? Да, вставляй. Да ладно. Спасибо. Кем работаю? Жуликом. Какой у меня рост? 1,180 с чем-то. Как часто катаюсь? Да, редко катаюсь. Что-то не очень хочется кататься в последнее время. Нормально. У меня есть небольшая фрига. Ну, в барсе на самом деле заебался уже что-то. Тяжко, нахуй. Ну так, бывает, делаю. Как я отношусь к закладкам? Да я думаю, это вообще самое худшее, что мы придумали, блядь. Не знаю, я честно ни разу не мутил закладку. Пиздец. Для меня, наверное, квест какой-нибудь будет. Когда я поеду за закладкой. Я лучше нахуярюсь, пойду Хеннесси, въебу пол бутылки нахуй. И откинусь нахуй. Спорим, я не проживу месяц, не замучу ни одной закладки. Потому что у тебя есть друзья, которые тебе помогут. Да. Ну вот и все. Поэтому надо всем иметь таких друзей. Ну, и я не живу в России. Вот поэтому у тебя там есть друзья, потому что там не живешь. Если ты там жил, у тебя их там бы не было. Тоже верно, но остались те именно друзья, которые типа всегда были. Типа всю жизнь. Даже когда я жил в Москве, те же были люди. Реально. Не, я не кадеинами въебал чуть ксанекса. Вот этой штучки вот так вот взял. Вот это так. Ау. Ну да, их вышло не дохуя футболочек в оранжевом такой стиле. Соси Марокко. Lil Peep. Да, я схавал Lil Peep чуть-чуть. Немного. Я думал, не помешает мне. Так, хочется послушать. Лил. Так, Лил. Узи. Вертик. Вот этот трек. Бля, не заебали спрашивать, почему у тебя биф с Олегом, блядь? Да пацаны, да я не знаю. Знаешь, это как будто ты расстался с девушкой. Это... Не знаю, это как... Почему ты расстался с Олегом? Это биф необъяснимый. Но фактовый. Интересно, его спрашивают, почему ты расстался с Сашей? Бля, пацаны так спрашивают, как будто мы встречались с ним, бля. Чё, бля? Вы чё, кольцованное? Ага, блядь. Скованное одной цепью. Да ты знаешь, это как пророчество. Один не может жить, пока всем другой. Как Гарри Поттер и Волан-де-Морт. Да, бля. А какой приход Оксанекса? Такой необычный.
хороший, успокаивающий, поднимающий аппетит. Ну да, нормально, говоришь. Почему ты такой короткий? А, вот эту бичуху слушали, пиздатую? Ты что там, наимнул что-то? Ты каши на 3 года хотел закрыть. Да и слава богу. За что? За нападение на детей. Блин, заебал бы, ну детей прыгать. Заебал души детей прыгать. Пиздец он, блин. Ну или пусть выплатит этому пиздику сколько. Мне не хотят денег. Ой, блядь, сколько, блядь, он спросил, я проебался. Даже если мы должны быть достаточно долго. Здорово, Макс Абдулин. Напиши мне, что есть, что новенькое у тебя. Так, все круто. Давай напиши мне после эфира, попиздим. В карандаше. В каком карандаше? Всем привет. Я... Че вообще сырёшь? Ну, пацаны, как-то я не знаю, что случилось. Я пока не хочу вам пиздеть, потому что проблема не до конца решена. И пока рано задавать вопрос. Да, я в барсе, чуваки. Суд будет 30 ноября. Пока еще отдых есть. Да, 69-й вообще, блядь. Пиздец, позор, нахуй. Позор, блядь. Позор 21 века, блядь. Реально, пиздец. Новый король и шут какой-то, американский. Не, держусь. Фригу. Понимаешь, как он это аргументировал? Ты веришь, что Текаши сделал это, потому что у него парень... А он это сам сказал. Так он может говорить все, что он хочет. Он говорит, что он король Нью-Йорка, ты орешь меня. Но я тебе скажу, что я царица Барселоны, блядь. Это что, так? И где же не Олег Нечипаленко? Это так. Нет, Олег Нечипаленко царица Барселоны. А я просто простая смертная. В этом городе, в этой стране. Иммигрант. Not for bad for some immigrants, nigga. Фригу. Бля, заебала ебаная, блядь. Реклама на ютубе, сука. Ну там и так суд будет, на суде и так будет, да? Штраф по-любому. Ну да, вот этим и сказано, пацаны. Что я натворил? Да меня приняли, я же говорил, меня приняли с 176 грамм Бейкер Куша и 379 Ксанакса. Пидорасы все забрали. Я еще сам не пойму, я кто-то сдал, либо с течением обстоятельств, хуйня. Не знаю, кто-то, может, ебал какая-то крыса. Олег изготовил пушечную еду. Не знаю, сироп не особо не пью в последнее время. Вообще, точнее, не пью уже, микс где-то. Трап-моллюск, ты где? Ты где, малой, малой? Пока нету никаких движух. Если это их так можно назвать. Да, да, я в Барселоне, пацаны. Да, у Паши техника вообще пушка шоу. Скажи свое мнение, пожалуйста. Мнение по поводу шоу Паши техника? Да, ты ждешь вторую часть? Блять, да, я каждый день проверяю. Пиздец. Я же подписалась на все каналы. Передайте Паше технику, что мы ждем пиздец. С нетерпением вторую часть. Да, он пушечный, конечно, блядь. Супергерой наш. Ну, видео скину. Супергерой техник. Его эликсир Ксанакс. Больше нет. Ну, это он пока. Его эликсир теперь трезвость. Да он на бэт-трипах сейчас будет нормально кайфовать. На таких, на трезвых. Отлавливаться еще ты не хочешь? Не, просто на бэт-трипчиках, на трезвяках будет такой хай думать. Нихуя меня прет на трезвом, как? От трезвости.
Да, Саня. Да. Я думаю, блю чизы скрутить, там такой сладкий есть. Мабой. Привет. Доброй ночи, мэн. ВЛЗ на связи. Ну да, это же Европка. Фриску. Love you too. Почему ты не разговариваешь по-русски? Ты же знаешь русский по-любому. Она бросила. Он только подфагивается немножечко. Не знаю, будет, наверное, условка и штраф. Ну вот, ты же понимаешь. Да, это Adidas Palace, старая коллекция, но они у меня сохранились как новинки. Да я уже говорил, за что. Хуя ты кто, блядь, скинхед, нахуй такие лозунги мне тут кричать, слава Украине. Третьего мая. Сладкое. Не знаю, зачем ты такие лозунги кричишь тут. Может, ты реально Славик украинцев просто хотел написать? Нет, я буду на таком теперь передвигаться. Так же намного пизже, нет? Шишки пиздаты из-под жестяной банки, это же Каня. Не знаю, как шиши эти заказать. Но я знаю только расклад, только в Барселоне на такие бабки. Да, в Грузии легалайз максимально там сейчас. Да, остались фудбы. Скоро лонгсливы будут пиздовым. Бля, да ебаная реклама. Бля, как заплатить денег, чтобы отключили рекламу в Ютубе? Не, они меня в комнате, не хочу за ними идти, извини. Я не знаю, когда доски будут, пацаны. Да у меня там какой-то дед, пиздец, я даже его даже ни разу не видел в жизни, или прадед какой-то. Какой зелени? Бывает две зелени пиздатых. Да-да, три пирата Чивкив. Посмотри молитву перед закатом. Очень пиздатый трек. Трек, блядь, фильм. Сингер. Что такое сингер? Сингер? Да. Привет. Привет. Меня спросили, кто же кузин по имени Сингер? Да. Санек, ну вот это, знаешь, поставили в бля, братан, я не особо вообще. А вот
Знаешь, для меня просто как для русского не убить. Блядь, ну как это он так вот, русский, вот испанский знает, русский, а английский даже чуть-чуть вот как-то вот у него вот. Я сленгово больше знаю английского, ну, блядь, вот чем. Я говорю. Ну вы понимаете треки? Лэмпс, не знаю. Наверное, да, Лэмпс самый, но сейчас последнюю он хуйню делает. Но не знаю. В зависимости от настроения. По-испански? Да, я охуенно по-испански пищу. Кофешоп, пиздаты, у меня дома. Вон, братаху, я тебе сейчас полочку покажу, смотри, выглядывает. Пёрпу, пиздовый сорт. Я люблю чё-нибудь пёрпу. Леся, возьму у тебя милк мелон. Бля, вот пиздатая штука вообще. После Ксана депрессия. Не, у меня есть вспышки агрессии. Лютые. Но я их успокаиваю. Контрольно. Мне 15 минут и я отошел. Наркота не мешает работать. А я не работаю, братан. Под наркотиками. Я только под легкими наркотиками выхожу на работу. Банка какого калия? Стоит, не знаю, по-разному, от 90 евро до 150, в зависимости, где ты будешь брать и через кого. Так, лампсика надо послушать. Краснодару привет, я у вас был один раз. Меня вопрос задают, Backwoods или Purple? Беру Purple и ложу в Backwoods, и получается пуля. Советую. Шею, ну да, было больновато забивать. Было вот эту хуйню больно бить, пиздец. Вот эта ебаная надпись одна. Тебя вообще там, пиздец, я бы сдох. Да. Сдох бы нахуй. Генетика, калия, братиш, калия, дай попить. Не знаю, братан, какие кроссы сейчас годные, блядь, их миллиард сейчас, этих кросс. Краснодару респект за это. Олег, а сделай, пожалуйста, это, вытяжку. Там свет, не знаю. Там же зеленый, можно? Что? Зеленый есть. Это просто, блядь, спать нахуй с этой хуйня. На, джорики себе возьми, пиздовые какие-нибудь. Теперь футбол эту цепляй, будешь вообще на стиле гонять. Парень, будешь стилягой. Ну, ладно, все, пока.